Рощино, ребят, тоже небольшой городок, недалеко от Санкт-Петербурга. Вот мы сейчас его проезжаем. Немножечко покажу вам. Конечно, это не полный обзор, потому что мы едем просто мимо. И вот я заодно хочу показать. Что увидим, то увидим. В описании допишу, ребятушки. Поверните направо. Какое население, что здесь есть. Ну, тоже интересный городок, кстати. И до залива близко, и до Петербурга более-менее так нормально добраться. Здесь же ЖД-станция есть, маршрутки ходят. Ты знаешь, где заправка? А, вот на заправку едем. Посмотрим, какие здесь улицы. Поверните направо. Навигатор, не обращайте внимания, говорит вместе с нами, а мы посмотрим на город. Смотрите, какая у нас погодка шикарная. Каждому по приветику, ребят, из Ленобласти сегодня. Продам участок 359 тысяч рублей. Так, телефон 509-60-22. Здесь очень много тут же коттеджных поселков вокруг Рощино. Я так понимаю, это одна из центральных улиц. Здесь магазины, промтовары, Улыбка Радуги, пекарня. А вот это объявление вы увидите. Видите, квартирные дома, Пятерочка. Рощино, торгово-развлекательный центр. Такой городок, полностью есть вся инфраструктура. Конечно, не совсем близко возле Петербурга. Ну, сколько? Километров 60, да, наверное? 70. 70 даже. Городочек себе. Такой, смотрим вместе, друзья мои. Все, что проезжаю, все, что вижу, показываю вам. Вот я вижу одна из центральных улиц. Тут рыночек. С правой стороны магазинчики разные. Магнит впереди. Перекресток такой оживленный. Наверное, это все-таки центр, я так понимаю. Вот, смотрите, все тут есть. Я просто даже раньше слышала разговор двух женщин о Рощино. Они купили здесь себе земельный участок. И вместе с риэлтором обсуждали. Мы ехали в маршрутке, они сидели за нами в маршрутке и просто громко это все обсуждали. Рощино, я тогда еще знать не знала, где это Рощино, что это Рощино. Детский магазин. Вот тут и частного сектора много, остановочки вот справа. Впереди административное здание. Вы не слушайте навигатор. Извините, может, он вам немного мешает, но вот так вот просто на ходу снимаю, ребятушки. Заехали на заправку, ребят. Вот, в Рощино. Какое небо красивое. Сегодня солнце, а завтра обещает дождь. Не знаю, несколько дней потом дождь обещает. Что у нас по бензину? 92-й 44,90, 95-й 48,30. Еще 95-й, что-то 49 какой-то, что это, не вижу отсюда просто. Здесь топливо 50.20. Такие цены у нас на Роснефть, на бензин. И купила на заправке, сейчас покажу вам. Мороженки две, пломбир, крем-брюле, коровка. И вот такие, ребят, чипсы, смотрите. Грушевые чипсы, натуральные. Не знаю, такого яблока фирма «Природа с любовью». Даже не представляю себе. Никогда таких не обращала внимания. Просто не знаю, у вас такое есть? Вкусно, невкусно? Там были грушевые, яблочные. Но мне почему-то захотелось грушевые. Попробую, расскажу вам. Так, ребят, дальше проезжаем по Рощино. Что у нас здесь? Ну, мы, конечно, на выезд. Хорошо, что есть железная дорога. Вообще удобно. На электричках иногда даже удобнее добираться, чем на маршрутках, правда? Вот мы с вами ездили на дачу на электричке летом, вообще круто. Комфортные электрички, сел себе спокойненько и поехал. И вот здесь тоже есть. Так, что мы выезжаем? Различные шиномонтаж. Впереди
железная дорога. Окна, двери, магазинчики. Был бы Рощино поближе, вот километров 30 от Петербурга. Вообще классно было бы. ЖД-станция Рощино. Вот, ребят, смотрю. ЖД-станция Рощино. Вокзал проехали. Классно, когда есть ЖД, удобно. Беру. И дальше поехали уже на выезд. Вот так, ребятушки, совсем чуть-чуть проехали. Конечно, городочек побольше. Будем еще проезжать, еще покажу. Раз. Посмотрю, что можно информацию еще. Описание какое найти этого города. С левой стороны частный сектор идет. Правда, тут возле железной дороги не очень, наверное, удобно. Улица Привокзальная, 18 мы едем. И частные дома. Слева. Рощино закончилась, перечеркнуто. Видите, мы так проехали просто его насквозь, ребятушки. Хорошего дня, хорошего настроения. Изучаем Петербург, Ленинградскую область. Ставьте лайкусики, подписывайтесь, задавайте ваши вопросики. Пока-пока, друзья мои. Ребят, Рощино недалеко от Зеленогорска. Там, где мы на пляже с вами ездили, гуляли. Вот сейчас мы проезжаем у школы. То есть ориентировочно Рощино недалеко от Зеленогорска. 15 километров, может, 10. Мы выехали из Рощино, и совсем рядышком, ребят, оказался Зеленогорск. Буквально нам показалось километров 5-8. И мы въезжали в Зеленогорск, вот этот центральный перекресток. И все, и дальше поехали на Петербург. Дальше. Угадай город. Это поселок городского типа. Ребят, кто угадает, что это за поселок? Мы с вами уже здесь проезжали, но это с другой стороны въезд. Я шучу, конечно, вам сложно будет. Ну, может быть, кто-то узнает свой поселок. Свой поселок. Кто узнал свой поселок городского типа? Подсказка. Подсказка. 63 километра от проспекта Просвещения. Наводящие подсказки. Ну просто, ребят, опять едем, смотрим. Проезжаем, вам показываю, какие поселки, города в Ленинградской области. Слушай, а мы не по центральной улице едем? Или мы еще не доехали до нее? А вот сейчас будем ехать по центральной улице. Сейчас будет центральная улица, и вы догадаетесь. Не ехали здесь. Посмотрите, какие тут квартирные дома интересные. Садовая 2. Вот квартирные дома. Как-то мы в прошлый раз быстренько проскочили.
Посмотрите, это, по-моему, через 600 школа. Метров на светофоре поверните налево. Точно, ребят, это школа. Вот теперь я вижу. Всем привет, друзья мои. Это у нас Рощина. Ладно, не выдержала. Рощина. Мы с другой стороны заехали, я уже могу вам поподробнее показать немножечко. Вот здесь рынок с левой стороны в Рощино. Вот даже написано торговый комплекс. Рынок называется. С 9 до 19 работает. Привет всем, друзья мои. Кто живет в Рощино, вам по приветику. Пишите, как вам тут живется. Классно, наверное, почему нет? Городочек и городочек. Поселочек городского типа. Красивый. Точно, вот этот по фотографиям. Вот торговый центр слева Рощино. И по фотографиям вот этот храм, точно, мы видели, красивый. Впереди, ребят. А вот здесь детская площадка интересная. Поверните налево. Ну да. Ух ты, как они друг друга-то. Понятно. Вот. Ага, вот детская площадка, с детками гуляют. Наверное, здесь фонтанчик должен быть посредине. А, вот этот памятник. Фотографии, когда смотрела, думаю, где этот памятник? Вот, на этой площади памятник с левой стороны, ребят, стоит. Там с колясочкой гуляют возле него. Мы с вами на светофоре. С левой стороны. На горке стоим. Сейчас поедем. Улица Заречная, улица Пионерская, переулок Банковский, улица Кирова. Через 400 метров поверните налево.